Ассасин здесь! Обновлен журнал памяти.
Ассасин! Здесь ассасин! Где мои корабли? Мне сказали, что будет еще 8. Извините, Мария, но мы сделали все, что в наших силах. На нем едва поместится наш груз. Как же ты предлагаешь нам добираться до Кипра? Простите, но вам лучше остаться в Акре. Это что, угроза? Предупреждение. Арман Бушар стал великим магистром, а он не испытывает к вам теплых чувств. Ах ты наглец! Ладно, забирай корабль. Я сама доберусь до Лимассола. Да, госпожа. Черт! Я была в одном шаге от рыцарского звания, а теперь я ничуть не лучше любого другого наемника. Какой сюрприз! Тот, кто спас меня от петли, но украл мою жизнь. Вернулся, чтобы прикончить меня? Еще нет. Мне нужны сведения. Почему тамплиеры отправляются на Кипр? Война — долгое и грязное дело. Всем нужен отдых. Чем больше расскажешь, тем дольше проживешь. Повторяю, зачем они отступают на Кипр? Отступают? Король Ричард заключил перемирие с Саладином, а твой орден обезглавлен, верно? Скоро мы добудем яблоко Эдема, и тогда побежите вы. Пустые угрозы. Яблоко Эдема надежно спрятано. Альтаир, подумай как следует. Тамплиеры готовы заплатить хорошие деньги за эту реликвию. Они ведь уже заплатили, разве нет? Почему тамплиеры так заинтересовались Кипром? Там смута. Их император Исаак Комнин поссорился с королем Ричардом. И сейчас гниет в тамплиерской темнице. Жаль. Исаак был таким слабовольным, таким алчным. Теперь остров принадлежит тамплиерам. Они приобрели его у короля Ричарда. И притом задешево. А, ну, такие правители Кипра нам не нужны. На острове есть наши люди? В Лимассоле есть наш человек. Его зовут Александр. Извести его о том, что я прибуду туда в течение недели. Да, Альтаир. Если в этом артефакте есть хоть что-нибудь хорошее, то я найду его. Но... если он способен лишь сеять зло и отчаяние, то, надеюсь, мне хватит сил на то, чтобы уничтожить его. Обновлен журнал памяти.